Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с описанием картин по книге «Великий музей мира». Фердинанд Ходлер. Портрет Хелены Вайн. 1888 год. Холст масла 88/69. Фердинанд Ходлер родился в небогатой семье. Он учился живописи у отчима, художника-декоратора. Творческий путь начал с подражания манере старых мастеров. Однако в начале 1880-х обратился к символизму. С первых своих шагов в искусстве Ходлер пытался разобраться в законах природы и сущности человеческого бытия. Его убежденность в том, что красота заключается в упорядоченности и симметрии, нашла воплощение в теории параллелизма. Согласно ей, единство умственного и чувственного восприятия выражается через форму и цвет. Хелена Вайн стала моделью живописца в 1878 году, тогда ей было 16 лет. Данный портрет выполнен через 10 лет после их знакомства. Девушка повернута боком, она прикрыла глаза и поднесла к лицу цветок ромашки. Этот процесс занимает ее полностью. Вайн эмоционально закрыта, в кавычках, для зрителя. Она сидит в летнем саду, огороженном деревянной изгородью. В лирическом портрете присутствует и реалистическая манера, объемная моделировка лица и фигуры, сдержанность колористического решения, относительная глубина пространства несколько отличает его от декоративных панно, ставших визитной карточкой художника. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе Фердинанда Ходлера «Портрет Хелены Вайн». Пока-пока, до свидания.